Чудовище будем точить. Стружка пахнет. Также, беру стульчик. Стульчик беру. Так, Тимур. Надо мне. Воду. Ну, когда один работает, я, конечно, забиваю сюда длинный. А сейчас, чтобы хоть какую-нибудь технику безопасности блюсти, поэтому я такими короткими. А так один я вовсю прям забиваю. Ну, примерно вот такие. Ну, гораздо больше, чтобы на всю. Мне несколько штук из них получалось. А так, чтобы техника безопасности какая-то была, вам понятно было. Также... А как вы Буратино делали? Запросто. Вот точно так же. Только огроменный. Ну да, берешь большой. А патрон как такой? Патрон можно вот этот вот, если у меня большой, когда самый большой. А, они съемные, да? Да, все снимаю. Большой. Хорошо тут видно, да? Шикарно, прям вообще у нас все перед нами. Так, забили, да? Да. Сейчас туловище будем. Из рекламы. Да не будет, не будет, что уж мы. Смотри, руку не трогай, да? На месочку вот так паску срезаю. Паску выснял. Теперь беру любую. Беру голову. Голову беру и прижимаю сюда. И не прикрепляю. Сейчас я... Это кто кричал? Это матрешка, да. Видите, вот здесь вот поджог черненький. Это я к ней подгоняю. То есть я тебе размер дал. Размер дал. Чтоб голова с лучшего у меня сошли. Матрешка покурила. Вот так вот. Лишний вот здесь вот срезаю. Ну, почти не Тань, куда вот подожди? Видно, видно. Теперь замеряю длину туловища. У меня два штангеля, один для головы, второй для туч. Ну, когда один я работаю, я быстро, чтобы мне то и дело не переставлять. Не трогайте. Замерили. Отметочку дали. Берем опять сверло. Так, это лишнее насквозь, значит, колечко другое, чтобы нам. И размер себе даю. Выбираю внутри опять резцом под предыдущую. Оставайтесь до вечера, все вытащим. Все вытащим. Целый курятник можно сделать будет. Чего? Где ночую? Так, чуть-чуть сучочек. Вот. Нет, вот это больше. Чушь убрать там, сучочки. Посмотрели, внутри здесь чисто. Ну, смотри. Это я... Вычтите. Это я выбрал вот под эту матрешку. Эту матрешку называется вкладыш. Подожди, тебе же хорошо видно. Зачем? Там некуда. Вот вкладыш. Это называется вкладыш, вот эта матрешка, потому что вкладывается. Вот у меня несколько штучек вот есть. Видите?
Там и там еще маленький. Фу, какая пахнет. Тимур. Ее можно посадить. Не открывайте, не открывайте. Не трогайте. Вкладыш сюда. Откройте. Дайте, откройте. Голову. Голову одеваем на туловище. И все вместе обрабатываем. Лапшу себе и всего не получится. Ну да. Потом она будет два раза крахмалиться. Я потом дам. Потом. Чуть-чуть, потом крахмал. Чтобы пыльцу сбить, чтобы крахмал лег. Хорошо. А мне? Мне же ничего не видно вообще. Дайте, пожалуйста, Роле подержать. Ну, форму можно любой, не обязательно такой. Не такой вот. Дайте. Не такой, но это... Ну, под шампанском. Я хочу, но она Так. Ты зачем? Ну, понятно, да? Зачем ты так делаешь? Я с ними. Ну, и стой спокойно, совсем все дадут. Андрюшка, а где Женя это закинул? Сейчас покажу. Дайте макароны. Не надо, руки убери. Дайте макароны.
Ну, маленькую вот из этой сделаем, да? Сейчас. Дайте макароны. Ну, маленький я потом. Надо макароны взять. Маленький, конечно, другим инструментом я сделаю. Ну, покажу просто. Сюда вот коробочки ставлю, чтобы они когда падают. Видишь, смотрим маленькую. Ничего. Ну, пример, чтобы вам показалось понятно было. Веселья, там иди сюда. Иди, вот, смотри. Смотри. Все, маленькую, пожалуйста, смотри. Никит, подвинься. Никит, подвинься чуть-чуть. Ну, я все знаю. Всех знаю. Глаза маленькие. Глаза. Пальчик, смотри. Все видно. Болтаешь. Смотри, смотри, какая малышка. Смотри, тут глаза. Не надо туда не называть. Смотри, малышка. Ну, примерно вот так. Меньше вы видели в музее. Примерно так. Я просто другим инструментом маленький делаю. А когда самый-самый, то держат стекло у детей или очки какие-нибудь. Кто самый маленький-то? Я тоже подвинусь. У него там каждый руки я уже сейчас. Тихо. Они все с родителями, да? Давайте я им по матрешечке и по грибку, чтобы как родителям. Чтобы... А нет яичка у вас? Взрослые, если хотите. А можно мне яичко? Взрослые, если хотят, можно купить там яйца, матрешки или шкатулки. Только взрослые. Дети, я никогда не купил. Купили вот такую. Взрослые. Я присяду его. Спасибо. Спокойно. 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 Добрый день. Нам дадут кошку. Амур.